Что такое настоящий эмоциональный интеллект? Значит, мы с вами испытываем чувства. Вот. Но одно дело что-то ощущать, чувствовать, эмоционировать, да? Вот. И другое дело рефлексировать, знать, что ты это делаешь. Но вот вы когда думаете, вы думаете, что вы думаете? Или вы думаете, а не пожевать мне умственную жвачку? Нет, вы же не думаете, она просто жуется. Но вы можете рефлексировать, вы можете сказать, о, а я умственную жвачку жую, о, а я, оказывается, задумался, о, я испытываю чувство гнева. И вот эта рефлексия, когда вы осознаете собственные эмоции, и есть первая характеристика хорошего эмоционального интеллекта.